Вера в духовность и высшие силы у этого имени тоже особенные. Часто встречаются атеисты, романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Эти люди обладают проницательностью и живым умом. И еще он обладает прекрасным чувством гармонии. В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Люди с этим именем любят создавать и разрабатывать системы, программы, различные проекты. Буква «Б» в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Это имя напрямую связано с организаторскими способностями. В мышлении у этих людей присутствует сбалансированность, предприимчивость, сосредоточенность. Носитель этого имени часто неукротим и склонен к дерзости. Но дерзость проявляется очень мягко и звучит как требование. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание. Проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Эти люди ответственны и терпеливы. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.